Там же ту же самую Аляску и Калифорнию Северную никто никогда не продавал. И вообще, так сказать, я в книге «Россия», там привожу в конце фотографию чека о аренде. И то, опять-таки, аренда была просто предлог для оплаты расходов русского правительства, царского, за помощь в Америке, Северным Штатам в войне Северо-Юг, гражданской войне. Но, во-первых, за 19 миллионов был договор продажи. Не продажи, а аренды, будет, скажем так, аренды. На 19 лет, 19 миллионов, на 99 лет. Во-первых, существует только один чек правительства США на 7,2 миллиона, 7 миллионов 200 тысяч долларов. А где же остальные суммы? То есть они заплатят третью часть, по, как обычно делается, по всем законам любой сделки, неважно, фальшивая это аренда или не фальшивая аренда, если проплачивается только часть изначально, и остальная в определенный срок другая часть не проплачивается, сделка аннулируется. Недействительно. То есть, в принципе, до сих пор и Аляска, и Северная Калифорния являются незаконными территориями, присвоенными США.